Студент третьего курса ЮКГУ имени Мухтара Ауэзова Алдабеков Еляман готовится к важному событию – службе в армии. Закончив военную кафедру при университете, Еляман решил отдать свой долг родине и сегодня дает клятву верности стране. Каждый мужчина должен отслужить, мы должны беречь нашу родину. Вот сами посудите, в Актобе наши земляки умерли, защищая нас, наше спокойствие. Я хочу, чтобы не было такого. И буду делать все для того, чтобы это предотвратить. А вместе мы сможем все. 140 курсантов военной кафедры сегодня приняли присягу и уже вскоре будут проходить службу в разных регионах страны. Будущим солдатам преподаватели дают наставление – служить честно, защищая свою родину Казахстан. Уже после принятия присяги будущие защитники страны почтили память героев, которых уже никогда не вернуть. Героев, на кого равняются и ставят в пример. В ВУЗе прошли военную подготовку большое количество молодых защитников Отечества, которые внесли большой вклад в оборону Казахстана и которыми гордится учебное заведение.